Всем привет, друзья, это канал Morgan Games. Мы продолжаем с вами Ведьмак 3 Дикая Охота. Проходим путь воинов, путь героев. И я пока что иду на вершину горы, где мы уже в принципе проходили. И тут что я обнаружил, оказывается, этот домик. Помнишь, где мы еще тут говорили, что поселились бы в таком домике, тут бы Цири поселили. Теперь он уже не пустой, тут какой-то пожилой человек сидит, типа, и говорит, что типа, вот Геральт из Ривии пришел покорить горные вершины, он не пройдет этот путь. Ни один чужак не прошел пути воинов. Все случается в первый раз. Некоторые учатся только на ошибках. Только на Скеллиге. За ошибки обычно платят жизнью. Слышь, еще и накаркал мне тут. Пошел ты? Я тебе сейчас приду, вот я тебе этот флаг в нос суну и скажу, а это что? Я прошел. Так что хватит тут мне. Так, тихо. Нам немножко вот сюда. Кто там еще летает? Откуда здесь гарпия? Походу, раньше тут гарпии не было. Ну давай. Бляха. Это что такое узкое пространство, что фиг нормально повоюешь. О! Ха-ха, она вообще куда-то упала, подожди. Скотина, летит сюда. Ну давай, возвращайся. Ах ты, блин, на. Все. Я пройду, мать ваше, это испытание. Так или иначе. Все, мы на вершине. Это место силы. Отсюда изливается магия. Ну, место силы я уже как бы это... активировал. А где... где сраная шаль? А я тебе говорю, мы уже... Блин, а почему он не почерпнул нихера? Черпай! Во! Квен себе немножко прокачали. А шаль, походу, в сундуке, нет? А нет, потому что я же сундук-то уже обчищал. Я тебе серьезно говорю, тут что-то не так. Может, я шаль где-то просмотрел в инвентаре, а? Все ведь может быть. Бляха. Че, съедем, да? Давай сохранимся. А ну погнали. Эй, давай, Геральт, съезжай. Сейчас там пещера будет у нас поджидать как раз. Тихо. Вон и пещера, смотри, вот так вот раз и съезжаешь и в пещеру. Мне почему-то кажется, что он даже подразумевал, тот чувак, что типа, о, как охеренно съехали, смотри. Тот чувак даже подразумевал, что сначала надо идти наверх, а потом вниз. Он даже говорил, что сперва там на вершину пойдешь, потом в пещеру спустишься, там проплывешь где-то, короче, под водой. Вот, добыть этому доказательство, что мы вошли в туннель. И если нам уже задание сразу говорит «иди в пещеру», значит, оно уже подразумевается, что мы там уже все забрали. Только забрали это раньше, чем надо было. Ранее положенного срока, подожди, тут что-то есть. Может, тут уже, слышь, неожиданность лежит. И нам плыть не надо будет. Метеоритная руда, ну не похоже, в принципе, она на неожиданность. Алкогест и прах тоже вроде не похожи. Ладно, тогда поплывем. И куда же там нам надо? Он еще предупреждал нас о сиренах. Говорит, что тут где-то, короче, сирены водятся в этой пещере. Что нам надо их остерегаться, потому что это нам очень вообще будет не кстати. Так. Мне интересно, воздух хватит? Надо было, может, касатку выпить? Я думаю, что хватит, в принципе. Сейчас уже можно будет выныривать, дышать свежатинкой. Ну-ка, тихо. Оп. Где это я? Пещера как пещера, в принципе. Ну, пошли дальше. Грот. Это какой-то затопленный грот. Просто. Чё-то мне это все нравится меньше и меньше. Там хоть есть где-нибудь... где можно вынырнуть, нет? Блин, еще рыба какая-то за яйца чуть не укусила. Барракуды всякие, пираньи тут водятся. Как-то подозрительно все. Смотри, а вон уже маркер даже показывается, что как бы это уже точка. Или не точка. Тихо. Маркер говорит, что нам что-то надо тут внизу где-то забрать. О, что это? Знак пройденного пути воинов. Тю, вот это и все. Так я воин, мать твою. Подожди. Вот приколи. Тупо, чтоб тебя назвали воином, надо просто принести сраный знак. Что за гнусное место? Крысы. Ну, крысы это крысы. В принципе, ты их бояться не должен, Геральт. Чё так реагируешь-то на крыс? Давай-ка немножко посветим себе путь. О, крысы тоже пытались, наверное, пройти испытание воина. Тихо. Но немножко не прошли. Немножко не срослось у них.
Так а все, поговорить с мастером уже и как бы... А, и будет не засчитано или что? И по идее, скорее всего, он засчитает мне оба прохождения. Ну, тихо. О, выбрались. А где это я сейчас выйду, интересно? Если я скажу... Блин! Я, между прочим, испытание воина прошел, уроды! Тыкает он в меня копьем. На! Вот так вот. Я воин не потому, что у меня странный знак, а потому, что я бандитов налево-направо херачу. Блин, костер чуть мотню не подпалил. Так еще стал... Он мне поджарил чуть-чуть. Заштопать надо будет. У портных там, у этих бронников. Мои труханы. Так. Где я нахожусь вообще? О! О! Это как раз... Это очень хорошо, что я здесь выплыл, потому что мне интересно посмотреть, что там за деревня. И можно ли там поцепить какое-нибудь задание, хотя мне уже кажется, что нельзя, потому как белые волки, отъебитесь. Да слышь! А, блядь! Не может быть такого, что я прошел испытание воина, и меня загрызли сраные белые волки! Не может, блядь, такого быть. Не может. Пей. Хоть, блядь, что угодно пей. Еще оборзели, нет? Пацаны, давайте по одному, может быть, нет? Вот так, вот так. Хорош. Я тебе дам. Ах ты, блин, зараза. Так сами же виноваты, наехали первые. Я вас не трогал. Я вас вообще сюда не звал. Почему, блин, чуть не убили меня, а? Вот белых волков куча, а белого медведя попробуй найди. Редкие собаки. Так. Точнее, не собаки, но... Редкие. Так. Хорошо, забрали. Деревенька где-то здесь. Или то, что от нее уже осталось. Что там у нас такое? 90 шагов. Или я там был, хотя вроде не был. Что такое? Опять, блин, ты отстал от стаи, что ли? Самый, наверное, паршивый. Тебя, наверное, все зачмырили. И ты пытался доказать, что ты такой же смелый, как они. Ну, печально твоя история, чувак, закончилась. Опа. И что это? Где тут что? Есть квесты, алло, а если найду? Что-то как-то никого. Как-то все заброшено, как-то все вообще затхло. Прах. Такая сожженная деревня, даже маркера на ней нет. Указателя. Дороги. Закрыто. Еще кто-то закрыл там. Как будто там есть реально что защищать и что там взять. Ну хорошо. Окей. А тут что? Закрыто. И вот тут еще какой-то домик есть. Что такое, мать вашу? А, это сирена опять, что ли? Блин, это эхидны. Смотри, все тут в одном флаконе. Сирены, гарпии, эхидны. Где еще Иринии спрятали, а? Блин, такой закат офигенный, смотри. Геральт на фоне заката. Вообще так обосраться классно смотрится. Так, посмотрим, что у нас тут. Ну, в принципе, думаю, что ничего, потому что... Как и во всей деревне. Ну-ка. А, тут вообще завалено. Ладно. Пещеру мы покинули. Пойдем тогда этому чуваку расскажем о наших подвигах. Пускай он нас делает заслуженным воином Скеллиге. Хотя я уже кто только не заслуженный здесь. Я уже заслуженный мастер кулачных боев. Заслуженный игрок в Гвинт я на Скеллиге. Заслуженный просто тут исполнитель всех заказов на чудовищ. Заслуженный гость во дворе Анкрайтов. Я уже вообще тут заслуженный даже гость на всех островах. На Фарерах, на всех этих, блин, Хиндерсьялях. Короче, поняли. Я везде заслужил. Так что можно даже уже не бояться отсюда уходить и спокойно идти продвигаться по основному сюжету, куда я прусь. Надеюсь, плотву мы сейчас нашу не поломаем тут, нет? Все нормально. Так, плотва. Да прибудет с тобой, Фрей. И с тобой прибудет, не дай бог. Чтобы она со мной прибыла, но с тобой пусть прибудет. Так. Ой, арена. Вперёд, ну, в принципе, тут уже недалеко. Тут рукой подать до того чувака, плотва. Так что ты попасись, а я пойду пешака. Пешкодрала через лес. Найду его и скажу: чувак, я принес тебе медальку. Засуньте ее в жопу. Так. Ну, здорово. А где он? А, он не тут сидит. А где он вообще сидит-то? Что-то я уже забыл, где он сидит. Вроде тут где-то сидел, нет? А, нет, палатка была, вот. Палатка, он сидел там, а возле палатки толпились эти молодожены, которые уже ушли, походу, в освояси. Дальше
ссорится. Если слабая рука его держит. Это ты прав. Да. Да. Какие вести ты принес? Испытание было нелегким, но я справился. Вот доказательство. Ты первый чужеземец, который с этим справился. Тебе надлежит воздать почести. Я прослежу, чтобы весть о твоем подвиге разошлась по пяти островам. Ну уж проследи. Всю? Воистину, медвежью услугу оказала своему сыну. А мне только остается собрать награду. Подожди, тут у нас, походу, новое какое-то место, да, появилось? А, это дорога на клык Ингвара. А почему же я раньше, когда шел по этой дороге, я этого чувака не встречал? Как это так, что он тогда там не сидел, а сейчас сидит? Ну да неважно, в принципе, давайте мы скажем сержанту во Вроницах, что мы хотим забрать Уму, и все. И дело с концом. 172 из 220, в принципе, пока еще не перегружен. Кираса из Макдейры нам дали, тут офигеть. Грибы-шибальцы 5 штук, нахера? У меня и так своих грибов, он еще этот сорвал. Безмер, один. С меня пока что хватит. Блин, ну закат, конечно, ну блин, давайте еще полюбуемся немножко на этот закат. Просто офигенский. Закат на Скеллиге, потому что Скеллиге мы будем уже покидать. Еще мы, конечно, сюда потом вернемся чуть позже, уже по основному квесту, но это будет потом. А пока пойдем, наконец-то, в Велен. Итак, старые добрые Вроницы. Старый добрый Велен, как давно я уже тут не был, смотри. Но это просто вообще ностальгия. Обосраться. Да как ностальгия по первому, скажем, Ведьмаку, по первой части, когда ты еще уже поиграл в нее, играешь в другую и ностальгируешь. Так тут ты еще, блин, не доиграл, а уже, блин, ностальгия по этим всяким Веленам, Новиградам, смотри. Но больше по Веленам. Велен, знаешь, такая какая-то такая, знаешь, славянская, деревенская, сказочная атмосфера. И вообще просто, ну, вы поняли. Это круто. Так. Ай, бей. Давай монету. Какую нахер монету? Иди заработай. Так. Нам нужно сержанта навестить, который сейчас заправляет всем в отсутствие барона, потому что барон, как мы помним, ушел лечить свою жену Тамару. Вот. И мы должны навестить сержанта, забрать Уму. Того маленького уродца. С непропорциональной харей, который, скорее всего, знает, где Цири. Не знаю, как он может знать, но мы же видели воспоминания этого Цири на Скеллиге, что там она как бы уплыла, а этот Ума выбрался на берег. Сейчас узнаем, что там как. И захочет ли сержант еще отдать уродца. Здорово, ребята, помните меня? Трахаться ему хочется, блин, иди потрахайся. Зачем об этом разговаривать? Рассказывать всем на каждом шагу. Как будто, блин, мне не хочется. Но мне надо дело делать. Сержант, а слышь, ты тут нехило бароновскую комнату занял. Он тебе приедет, он тебя в камин окунет. Я по делу. Но... Видишь, какой важный стал. Ну, блин. Я язык пердану, блин, между глаз. Я пришел забрать Уму. У барона надо спросить. А так склалось, что нету его. Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать. А это было бы ошибкой. Смертельной ошибкой. Думаешь, я тебя боюсь? Меня стоит бояться. Добро. Не буду проливать кровь из-за какого-то урода. Забирай его, сходи к конюшему. И с катертью дорога. И много благодарен. Вот именно, нахера он вообще сдался, этот уродец? Как будто без него не проживете. Эх, барон, барон, где ж ты сейчас находишься-то, а? Без тебя тут все в запустение придет. Этот сержант под себя все подомнет. Поэтому давай возвращайся скорее. Так. Конюшему. Где-то ты ваш конюший. Этому трахаться хочется, сидит он. Надрачивает. Распустились совсем солдаты в отсутствии барона. Здорово, конюший. Может, дождь собирается. Дождь собирается, надо скорее Уму забирать. Я забираю уродца. Нет такого. Сержант Ардаль разрешил. А привезете его обратно? Скучно без него будет. Нет, не привезем. Открывай дверь, живо. Здорово, чувак. Смотри, какой. Привет, малыш. Блин, а что если это Цири? Приколи. Вот плотва.
И волосы мы такие же. Мы поедем в Кэрморхен. Редкие, как у нее. Ну, пойдем. Что за... Хватит дурачиться, едем. У нас гости. На нильфгаардских боевых конях. Чего вам надо? Император тобой недоволен. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, ни кого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ты уверен? Не стоит. Ладно, езжай первым. Вы же нормально сбили кайф. Только думал, уже ностальгировал по Кэрморхену, думал, вот наконец-то вернусь в свою обитель родимую, а тут уже Вызима. Охереть. Император, чтоб ты всрался. Вызима, день спустя. А третья армия возьмет Банглиан с запада. Позвольте заметить, разведка сообщает, что гарнизон Банглиана почти полностью состоит из наемников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете. Император, Йеннифер. Поклон от бога. А что тут Йеннифер забыла-то, а? Я позвал тебя нелюбезностями обмениваться. Докладывай. Докладывай, блин. Сейчас как прокладу тебе в харю. Без любезностей, тем лучше. Но помни, я не твой солдат, так что не нужно мне приказывать. Ты предпочитаешь, чтобы я отдал приказ страже? Оглянись, мне достаточно кивнуть. Геральт. Слушаю тебя. Это... Этот человек – ключ к поискам Цири. Я даю тебе 3 свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело. Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командую десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Я прошел по следам, которые ты мне дал. Сперва Цири появилась на Скеллиге с каким-то эльфским чародеем. Ну, об этом Йен знает больше. Там их выследила дикая охота. Им пришлось бежать в Велен. Там их пути разошлись. Цири провела некоторое время у тамошнего барона, который... Я знаю своих ленников. Барон отправил ее в Новиград. Цири перешла дорогу новиградским бандитам, и ей пришлось вернуться на Скеллиге. Там она встретила своего товарища эльфа. И дикую охоту. Им пришлось вместе уходить в море. А на следующий день их лодку прибило обратно к берегу. И там был он. Что же, не скажу, что эти сведения крайне полезны. Но я вижу, вы зря времени не теряли. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием. И в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы.
Но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Вафаэль, Элайне, Кайдмин Фолия, Глайды в Дорне Айптенайт, Бундроидне Нехаус. Мне Лютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю вопрос. Да. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересуют. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половина условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь Цири. Пусть будет так, не собираюсь сюда привозить. Блин, а если отказать, то что он мне сейчас делает? Я бы на это не рассчитывал. Это не просьба, Геральт. Это приказ. И я очень тебе советую. Не пренебрегай им. Аудиенция окончена. До свидания. Ну и тебе не кашлясь. Куда подевался твой ехидный юмор? Ты была покорна, как студентка Аритузы в кабинете ректора. Я просто знаю, когда стоит придержать гордость и слушать. В отличие от некоторых. А, я понял. То есть ты показываешь мне когти, потому что я простой ведьмак. А... Послушай, Геральт, ты действительно хочешь это обсудить? Сейчас? Давай ссориться в более подходящее время. И в зале, где меньше ушей. Так как мы снимем проклятие Сумы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт, прости, но я не сумею перенести тебя с Умой и Платвой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Да. Я поехала. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар, в ведьмачью крепость Каэр Морхен. Каэр Морхен. Неделю спустя. Платва. Успокойся. Что-то как-то Ламберт с Эскелем... Белохвосты у самого замка? Совсем не стараются. Что-то ребята расслабились. Вот я о том. Одинаково мыслим, Геральт. Блин, какой это кайф. Серьезно, вот те, кто играл в первую часть еще со времен ее выхода, поймут. И музыка, ну настолько, блин, шикарно. Открывайте двери! О, хорош. О, кого ветром принесло. Долго тебя не было. Долго. Как дорога? Пару миль назад видел Велохвоста, а так все спокойно. Только пассажир все время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации? Глаза, уши, ноздри, заячья губа. А это... Тише, тише. Вот холера, права была Йена. Не красавец он, конечно. Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так изгваздался? А, это я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать. Не то они в конец рассыпятся. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет.
Йеннифер нашла им более важное занятие. Да это Йен уже здесь? Йен уже здесь? Здесь. Еще как. О, вы поссорились? Геральт, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Кровать? Я помню, мы с Трис когда-то, были времена. Хорошая была кровать. Я ей то же самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что... Вот именно. Тогда понятно. Ну да. Или ей просто не нравится дубовая мебель. Так что задумала Йен? Хотел бы я знать. Она не объяснила? Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Подозрительно. Рад, что ты тоже так считаешь. Ну ладно, так где все? Эскель охотится на вилохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Но а Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Йен? Собирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею. Да я как бы никогда от нее такого не жду. Ладно, мы прибыли в Каэр Морхен. Наконец-то, теперь мы можем по полной исследовать всю эту карту. Карта тоже довольно обширная, конечно, не такая большая, как те все веленские скеликские карты, но тут тоже, смотри, есть где походить. Озеро, знаки вопроса посмотреть, развалины, всякие руины облазить вот здесь, вот тут, вот там. Короче, тут еще доспехи волка где-то находятся, чертежи. Поэтому будем все это рассматривать. Так, у нас тут что? Помочь Йеннифер починить мегаскоп. А тут у нас поговорить с Ламбертом о походе к кругу стихий. Тут сундук на хранение вещи, понятно. Найти Эскеля и помочь ему поймать велохвоста. Тут столько заданий, слышь, подожди, какие самые важные задания? Последнее испытание. Вернуться к Ламберту. Помехи. Найти Йеннифер. Уродец. Поговорить так. Понятно. Ну, пошли, короче, тогда сперва, наверное, с Эскелем поздороваемся. А сюда уже в крепость саму зайдем потом позже. Когда поможем Эскелю непосредственно. Так. Лошадь, понятно, тут у нас все. А тут что, открывается, нет? Закрыто. Как это закрыто от ведьмака? Ты че? Это же ведьмачья крепость. Тут должно быть все открыто, отперто, отперто. А тут почему-то все закрыто. Плотва, вот те нормальные стойла нашли. А с этим ничего уже с Весемиром поговорить нельзя? Мы можем поговорить? Чем я могу тебе помочь? Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Ага. Я тоже так думаю. Ага. Я сам не понял, что спросил. Но самое прикольное, смотри, когда мы его спросили о Цири, он прям как... Береги себя. Вообще прям весь взъебенился аж. Он что-то явно знает. Тихо, что это такое? Интересно, алкогест. Арены заберем. Блин, тут можно все, именно все обходить, все оббегать.
Когда-то нам в первом Ведьмаке было доступно только вот до сюда, тут походу было закрыто. Сюда еще саламандры ворота пробивали, вторгались. А теперь прям вост вообще просто можно, смотри. Одуванчики полазить, посрывать. Давайте-ка почитаем. Каэр Морхен. Крепость Старого моря, обитель Ведьмаков Школы Волка. Так. Поискать следы Эскеля у входа в Каэр Морхен, используя, понятно, чутье. Это должны быть следы Эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не выезжал. Хорош. Блин, насколько же очаровательная долина. Ты посмотри просто, насколько она классно проработана. Ну, вообще шикарно. И теперь нам по следам нужно его найти. Я бы, конечно, сел бы на плотву, но я лучше понаслаждаюсь, побегаю вот так вот просто на своих двоих. Все поизучаю здесь, потому что это настолько, ну, я уже говорил. Поэтому пошли пешком. Так. И куда он поехал, интересно? Наш старый добрый Эскель. Сюда он не завернул, значит, поехал по главной дороге. Скорее всего, куда-то сюда. Окей. Тихо, тут что-то следы... А, нет, вижу. То я уже думал, пропали куда-то. Хорош, тут ручей. Скорее всего, следы закончатся и выплывут на другом берегу. Ну, блин, насколько классно. Так. Что у нас тут? Какая-то тележка. Кто-то оставил, там даже ничего нет. Нечего подцепить. Ну, своих-то я отбирать не буду. Роголистники надо посрывать, а то роголистников у нас мало. А река насколько чистая здесь? Крушина тоже как бы не хватает ее всегда. Поэтому пусть как бы будет. Будет нам полезно. Так, ладушки, пошли дальше искать Эскеля. Куда-то нам сюда-то. Следы опять возобновились. Хорош. Где же он охотится-то? Так. Вон там, он что-то какие-то звуки. Но то как-то слишком уже направо. А Эскель все скакал прямо. И повернул, походу, в лес. Там он что-то есть, там какой-то сундук стоит. Ну давай пока запишемся здесь. И пойдем посмотрим, что... Тихо. Следы ведут куда-то сюда. Ласточки на трава сорвем. Ну, что это за развалины? Торхерн. Бутылка воды. Ну, это такое. Бутылка воды тоже. Может, Эскель нам оставил, типа, как подсказку, что я тут был, чувак. Я знал, что ты пойдешь по моим стопам. Вот тебе бутылка воды, чтобы ты не помер от засухи. Хотя у меня и так их завались. Но за заботу спасибо отдельно, Эскель. Я потом с тобой пивом поделюсь. Тут что-то нифига. А я уже надеялся на чертеж доспехов школы Волка. Подожди, кобыла. Это коняка Эскеля. А ну-ка, тихо-ка. Василек. Это его конь. Как там его? Василек? Прекрасное создание. Здорово, Василек. Как ты, Васек? Дабы вилохвоста поймать. Дополнили нам. Поискать следы Эскеля рядом с его жеребцом. Понятно. Теперь мы искали коня следы. Теперь ищем следы Эскеля. Ну ладно. Тихо, он что-то бухал, походу. Эскель разбил лагерь. Должно быть, собирался побыть тут подольше. Улучшенное масло против драконидов? Серьезно, что ли? Спасибо, Эскель. Молодца, красава вообще. Следы ног и козьих копыт. Интересно. Козьих копыт. А, ну, скорее всего, он козой просто приманивал вилохвоста. Как я когда-то Мией приманивал. И Геральт так и не узнал, что ее, правда, зовут Мия. И след обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла... Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. Ну, я, бывает, пахну козлом, когда по козлячи себя веду и всем грублю, всех обижаю. В этот раз я пока добрый. А что это такое? Кусочки содранной коры. Похоже, козел Эскеля терся о дерево. Клок шерсти. Ух, точно, козье. Блять, хотел сказать Геральт, но я продолжил за него. О! Теперь мы идем уже на запах, хорошо. Ну-ка, погнали сюда. Где-то здесь, недалеко. Эскель, блин! Долго тебя искать, нет? Выходи, дружбан! О! А вот и следы Эскеля. Нос меня не подводит. А вон он там, Эскель, поговорить. Ща найдем его. Так, тихонько. Ты тут? О, здорово! Хе-хе! Сколько лет, сколько зим!
Дабы велохвоста приманить, колышку козу вервием привяжи и среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Зато тебя слух на старости лет стал подводить. Подпускаешь к себе, как глухарь на таку. Я твое сопение слышал за 3 мили, только лень было из кустов вылезать. Рад тебя видеть, наконец-то. Ян вам скучать не дает, да? Угу. Еще из телепорта не вылезла, а уже раскомандовалась. А если я пытался что-то вставить, то... Не смей прерывать даму. Вот-вот, иногда я даже рад, что моя рожа дам не привлекает. Не все женщины судят по внешности. Твоя правда. Шлюхи судят помощнее. Но мне и тут похвалиться нечем. Слышал? Летит. Летит. Ну давай, может ты сам слышишь, твоя же охота. Вилохвостище. Это я тебя видел. Вот явно ты был. 18-й левел. Это разве вилохвост? Блин, сейчас мы его одной левой. Эскель, давай помогай. Хоть чтобы удар один, хотя бы удар сделал. Что такое? А плотва где? А может мы так догоним, а? Нахер нам плотва? Смотри, какая, какой красивый край. Ну, блин, какая плотва, какой конь. Тут надо так походить. Понаслаждаться видами. Эскель, не отставай, ты чё? Выдохся уже, нет? Старик. Кровь, тихо. Терпеть не могу, когда они так делают, гады паскудные. Да паршивцы. Мог бы поберечь нам силы, чтобы мы сразу его зарубили. Вот уж. А еще мог бы сам выпотрошиться и надеться на вертел. Но... Потерял много крови. Артерия перебита. Кровище-то светлое. Далеко ну, да. Уже не улетит. Не улетит. Ладно, погнали, Эскель, дальше искать нашего велохвоста, приманивать его, убивать, короче, все дела. Но, да и займемся уже продолжением в следующей серии, пока давайте на вот этом вот роскошном виде крепости Каэр Морхен, мордахи Эскеля, уже не мордахи, Эскель, сдвинься. Эскель, дай посмотреть на Каэр Морхен, вот так. Все. Блин, Эскель, я тебе сказал, мы сейчас прощаемся, между прочим, с нашими зрителями, поэтому не мешай, блин, ну хоть жопу. О, жопы больше нет, все. Всем удачи, всем до новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки, с вами был Морган и Геральт из Ривии, ну и ладно, Эскель тоже был, всем, вот так, всем пока-пока.